Начавшаяся в Казахстане предвыборная агитационная кампания проходит интенсивнее по сравнению с предыдущими. Такими наблюдениями сегодня поделились отечественные политологи. Партии избрали различные тактики по формированию списков. При этом на этот раз агитационная работа не ограничивается проведением публичных мероприятий и встречами кандидатов и их доверенных лиц с избирателями. Активная агитация идет и через социальные сети. Результатом этих выборов, предполагают эксперты, станет схожий партийный баланс как в мажилисе, так и маслихатах, а также появление новых ярких личностей на политической арене. Пока же, отмечают наблюдатели, политическая жизнь заметна лишь в мегаполисах. Представленные в мажилисе партии отчитываются за свою работу, а вот на уровне маслихатов такую практику не ведут. Мне кажется, для партии это наоборот им выгодно, потому что не надо, скажем так, разбрасываться на две избирательные кампании, сосредоточиться на, скажем так, за один период на разных уровнях провести кампании. И, конечно, это стимулирует больше ответственности за положение дел в регионе. Здесь, конечно, хороший стимул, чтобы они все-таки начали работать.